Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Игорь, слышали ли вы уже о ситуации в Брянской области? Якобы ДРГ украинская, 40-50 человек, сначала похитили мальчика, потом убили девочку, потом эта девочка стала мальчиком. Вы знаете, честно говоря, это как-то упустил. Что там такое случилось? Ну вот, суть в том, что Брянская область, якобы украинская ДРГ зашла в магазин, потом в школу, потом обстреляла автобус с детьми, потом это не автобус, это все за последний час. Потом это был не автобус, а машина, один водитель, трое детей, потом убили девочку, потом эту девочку, оказалось, не убили, она жива, потом это не девочка, а мальчик. И вот так официально РИА Новости, РТ на русском передает, и что говорит Украина, что вот, пожалуйста, вы видите, как Россия формирует ИПСО и как она хочет как-то менять акценты. Вот у меня вопрос к вам. Очевидно, что это вранье, и зачем тогда ДРГ 40 человек нападать на девочку, да? Есть нафтобаза, есть части военные, есть какие-то боекомплекты. Это, как вы считаете, Игорь, это так Кремль от чего-то хочет отвернуть свое внимание? Ну, знаете, это традиция. Был же мальчик в трусиках, помните? Да, конечно. Значит, ну, для разнообразия, для симметрии должна быть девочка. Это же тоже понятно. И поэтому... Нет, ну, вообще, все это, все эти бесконечные рассказы там, о значит, синичках, которых обижают украинцы. Там, нет, подождите, виноват. Украинцы обижают снегирей. Да, да? Все верно. Там... красный, это самое, российский флаг, а синичек подкармливают. Это же страшная история. Вот меня, как человека бесконечно любящего животных, она поразила до глубины души. Значит, про мальчика в трусиках был рассказ. Сейчас вот про девочку, да? То есть это... Нет, ну это безумие продолжается. Я не знаю, какое количество. На самом деле сейчас верят в России вот в эти бредни все меньше и меньше. Но продолжается это. Это... Ну, слушайте, когда идут после Бучи, после Мариуполя, после того, что там удары идут там, по Днепру и так далее, ну, надо же чем-то отвечать, надо рассказывать эти страшные вещи. Сейчас вот трагическая история с пропагандистом Красовским, который после того, как он рассказывал о том, как он собирается... Он обнаружил украинские дроны над своей дачей и сказал, что все, теперь он идет на войну, он будет учиться стрелять, он готов защищать свой дом. Понимаете, это, ну, это попытка действительно сработать, так сказать, сигнал «вставай, страна огромная». Ничего из этого, конечно, не получится. Вот вся эта истерика, которую Путин пытается разжигать, которую телевизор пытается разжигать, это настроено на то, чтобы действительно как-то попытаться всколыхнуть народ, заставить людей идти в ополчение и пытаться продолжать войну вечно. Потому что для Путина продолжение войны вечное, это означает сохранение своей жизни. Ну вот, собственно говоря, и все. То есть никаких шансов на окончание войны, пока Путин у власти, конечно, нет. Пока этот режим у власти. Я бы даже сказал немножко более рискованную фразу. Пока это государство цело. Вот окончания войны не будет. Для этого будет использовано все, что угодно. Но сейчас вся надежда, конечно, на китайскую помощь. Вот чем там закончится визит Лукашенко, я пока не знаю. Может быть, вы знаете уже, чем он завершился. Вот, пока это продолжается. Ну, в общем, короче говоря, все эти мальчики и девочки растерзанные, это цель как-то попытаться всколыхнуть россиян, воспитать в них ненависть к украинцам, пытаться загнать их всех на фронт. Ну, Игорь, если вы вспомнили о Лукашенко и Китае, они там ничего не, такого серьезного не подписали. 16 документов, там сотрудничество в сфере экономики, или еще чего-то, там изготовление чего-то там, но ничего такого сверхсерьезного не сообщали. Кстати, как вы считаете, вот сейчас Китай после так называемого
плана мира, да, 12 пунктов. А потом сейчас прилетел Лукашенко с Цзиньпинем. Си Цзиньпин планирует лететь в Москву. Как вы считаете, Китай может все-таки помочь военным путем России? Или все-таки он будет удерживаться и только пугать мир и Соединенные Штаты Америки? Слушайте, если бы я мог ответить на этот вопрос, я бы, наверное, был сейчас самым великим человеком в мире. Значит, не знаю. Это вопрос, который сейчас, ну, может быть, это самый главный вопрос. Потому что если Китай подставит свое плечо, хотя бы в боеприпасах, потому что, ну что реально? Ну, Китай может дать все, что угодно. У Китая есть танки, у Китая есть самолеты, у Китая есть артиллерия, у Китая есть боеприпасы. Ну и дроны, конечно. Если Китай даст хотя бы боеприпасы, то, ну, я думаю, что война может продлиться дольше этого года, по крайней мере. А если еще что-то, то она может продолжаться несколько лет. Да, безусловно, совокупный потенциал Запада вместе с доблестью украинской армии, конечно, в конечном итоге сильнее, чем потенциал Китая, Ирана, Северной Кореи и России. Но, тем не менее, эта война будет уже не год длиться. То есть это страшный сценарий, это фактически сценарий такой вот третьей мировой войны, или, как некоторые считают, уже четвертой, если считать холодную. То есть это страшный сценарий. Вся надежда все-таки на то, что китайская цивилизация, она несколько мудрее, чем отдельный Си Цзиньпин. Вот на это надежда. Я все-таки на это надеюсь. И что Китай не будет устраивать фактически четвертую мировую войну и не будет хоронить свой цивилизационный проект в этой войне. Вот на это надежда. Ну, посмотрим. Это очень тяжелый вопрос. Мне кажется, это самый главный вопрос сейчас. Игорь, если говорить про последние дни, вот беспилотники и в Крым, и Таубсе долетали, и вот 100 километров от Москвы что-то упало. И последняя информация от Росс-СМИ сообщает, что в Москве около метро Саларьево, если правильно я говорю, по крайней мере, поставили тоже радиолокационную станцию. Как вы считаете, вот еще несколько месяцев назад мы даже представить себе не могли, что можно чего-то опасаться, если ты живешь в Москве. Сейчас, как вы считаете, реально Кремль и чиновники, они напуганы, что уже долетают беспилотники и нет границ, и нет пределов, куда они долетают? Ну, это логическое продолжение войны. Ну, так не бывает, чтобы, ну, скажем так, так было в Сирии, когда, значит, Путин уничтожал сирийский народ, а у сирийцев не было никакой возможности никак ответить по своим уничтожителям, да, по своим недругам, по России. Ну, это можно было сделать в Сирии, но сейчас Украина все-таки это не Сирия. И поэтому это абсолютно логично и нормально, то, что война, что называется, идет в обе стороны. И, ну, это в какой-то степени может быть и откроет глаза тем россиянам, которые, ну, я оцениваю вот то количество россиян, которые сейчас живут с закрытыми глазами, примерно в 60%. Еще раз говорю, это оценка. Это не данные каких-то количественных исследований, это оценка. Вряд ли есть смысл что-то доказывать. Это, если хотите, социологическая интуиция. Вот примерно 20% это те, кто поддерживает войну, 20% кто молчит, но против, а 60% это те, кому вообще на все наплевать. Так вот, глаза открываются, когда, так сказать, дроны летают, когда какие-то обломки падают рядом, глаза начинают открываться. Это прозрение, это полезно. Это полезная история. Хотя, конечно, радоваться тому, что могут быть жертвы, в том числе и среди моих соотечественников, я не могу. Но я считаю, что это очень правильно. Это очень правильно, чтобы война пришла в Россию. Потому что Россия как государство абсолютно преступна. Россия – это преступное государство. Даже уже не режим, а уже государство преступное. И, конечно, граждане этого государства все без единого исключения несут ответственность за то, что происходит. Я себя не вычеркиваю из этого числа.